ребята, здравствуйте! В эфире новости Красноармейска. С вами Владимир Комаров. Память ведущему конструктору КНИИМа. На улице Горького установили мемориальную доску Валентину Фирулину. Отметили тех, кто внесли особый вклад в развитие социальной сферы. В Доме культуры имени Ленина состоялось награждение по итогам 2019 года. Праздник должен быть у каждого ребенка. В Красноармейске прошли новогодние елки. По итогам года отметили тех, кто работал на благо города. Людей, которые вносят ежедневный вклад в развитие социальной сферы Красноармейска, отметили памятными знаками. Юбилейными нагрудными знаками 25 лет Московской областной думе были отмечены люди, которые вносят вклад в развитие социальной сферы Красноармейска. Торжественное награждение состоялось 24 декабря. Каждый год люди, которые вносят вклад в развитие, в жизнь, в улучшение жизни Красноармейска, будут поощряться и награждаться со стороны депутата Московской областной думы разными благодарственными, почетными знаками. В общем, там уже будем смотреть. Среди награжденных – директор городского дворца культуры Татьяна Комарова, начальник отдела образования Лариса Лазарева, начальник штаба Красноармейского отделения юнармии Сергей Буров и другие. Также награду передали и для главы нашего города Кирилла Тимошкова. Его отметили знаком Московской областной думы за службу закону. В Красноармейске прошла елка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Эту традицию 3 года назад начал депутат Московской областной думы Александр Легков. Подробности далее. Праздник должен быть у каждого. Детей с ограниченными возможностями здоровья поздравляют с Новым годом не только на дому. В минувший вторник для них провели елку в городском дворце культуры. Эту добрую традицию заложил и продолжает депутат Московской областной думы Александр Легков. Очень рад, что такие мероприятия стали традиционными, эта елка будет продолжать, а мы будем поддерживать, чтобы она проходила каждый год как подарками, так и возможности реабилитации этих детишек в их центрах. Все дети на этом празднике получили подарки. Также Александр Легков сообщил родителям детей, что в рамках депутатских наказов будут выделены средства реабилитационному центру для детей с ограниченными возможностями здоровья. А в Доме культуры имени Ленина в минувший четверг прошла елка главы города. На этом празднике побывала и наша съемочная группа. Проведение праздничных новогодних елок главы городского округа Красноармейск – добрая новогодняя традиция. 2 дня праздничные мероприятия проходили в городском дворце культуры и Доме культуры имени Ленина. Для ребят постарше был показан спектакль «Кто придумал Новый год», а для малышей – праздничное представление и хороводы со сказочными героями вокруг красавицы елки. Ох, как рад я видеть вас! Год прошел, как будто час. Все в порядке, дети в сборе. Елка в праздничном море. А вот в гимназии номер 6 уже несколько лет существует своя традиция. Для учеников 1-х, 2-х и 3-х классов новогоднюю елку проводят 4-классники. Более 90 ребят участвовали в представлении и сделали праздник для младших товарищей. Этот день запомнится! Было 3 елки, это очень тяжело. А если вы заметили, то была очень большая подготовка не только детей, родителей, но и учителей. Было участников, артистов, почти 90 человек. У каждого была своя роль. Мы готовились в течение месяца практически, да? Очень долго старались. Сначала декабря начали ходить по классам, танцевать, репетировать. На этой неделе у нас были генеральные репетиции в актовом зале. А как вообще вот родилась идея, чтобы вы проводили елку для малышей, ребят помладше? Это у нас, я так думаю, что у нас каждый год, вот 4-й классы, устраивают такое грандиозное шоу Новый год. Самый старший в начальной школе. Такой да. Утренний год для маленьких. Для маленьких, родиклассников, первоклассников и первоклассников. А вы помните, как вам вот 4-классники? Нам было очень весело, у нас было много путешествий, и было очень много всего интересного и разного. На улице Горького состоялось торжественное открытие памятной доски
ведущему конструктору КНИИМ и изобретателю Валентину Константиновичу Фирулину. Подробности далее. Перед открытием памятной доски звучала песня «Я люблю тебя, жизнь». Это была любимая песня Валентина Константиновича Фирулина, изобретателя, ведущего конструктора красноармейского предприятия КНИИМ. Памятную доску Фирулину установили на фасаде дома номер 7 по улице Горького. В этом доме Валентин Константинович жил около 25 лет. На торжественную церемонию приехали родственники Фирулина из Ярославля. Я его знал в разное время. И ребенком, и уже взрослым человеком. И он был разный. То есть я его для себя открывал несколько раз. Он был очень разносторонним. Он любил и петь, он любил и потанцевать. Он любил большие компании. У него друзья были в Дзержинском, это Люберецкий район, предприятие «Нехти». Ну, в общем, интересный был человек. Валентин Константинович Фирулин известен как разработчик знаменитого гранатометного комплекса РПГ-7, который использовался практически во всех вооруженных конфликтах, начиная с 1968 года, и используется в настоящее время. Перед новогодними праздниками сотрудники лесной охраны патрулировали территорию и выявляли незаконную вырубку елей. Подробнее об этом расскажет Валентина Андреева. Совместные рейды лесной охраны и полиции проходят регулярно и особенно в период новогодних праздников. Пристальное внимание сотрудники охраны уделяют участкам леса с молодыми елями, ведь именно они идеально подходят в качестве новогоднего украшения дома. Каждый год в декабре организовывается комитетом лесного хозяйства Московской области мероприятие «Елочка», то есть это контроль за лесами, в частности патрулирование, и в первую очередь там, где молодняки хвойных пород, те, которые могут, ну, что идет, могут срубить на новогодний праздник. И не только елку, но именно и сосну, если кто видел, что на базарах продают и сосны. И вот мы сейчас находимся, это 74-й квартал Красноармейского участкового лесничества. Вот здесь посажена сосна обыкновенная 2014 года, которую вы, если можно посмотреть, в каком она прекрасном состоянии. Вот. Соответственно, здесь, конечно же, проводится осмотр, патрулирование на факт незаконной рубки. Охрана проводит осмотр леса в черте города и за его пределами, а также в районе сел Барково и Михайловского. На сегодняшний день нарушений выявлено не было, но рейды продолжаются, и при выявлении факта незаконной вырубки леса нарушителям грозит штраф. Это нарушение, статья 8.28 административного кодекса правонарушений. Штраф здесь идет от 3 до 4 тысяч. Это именно штраф. Еще учитывается ущерб лесам, то есть причиненный в результате незаконной рубки. То есть учитывается каждое дерево, обсчитывается, и уже тогда, и если будет опять ущерб свыше 5, вернее вред, пресеченные леса больше 5 тысяч, это, соответственно, идет уже уголовное наказание. Если на Новый год вы желаете поставить у себя дома настоящую ель, приобретайте ее на базаре. Если же вы хотите своими руками срубить дерево, вам позволят это сделать в специальном питомнике. Естественно, это будет не бесплатно, но зато вам выдадут пилу, помогут упаковать вашу ель и предоставят на нее необходимый документ. Далее выпуск продолжит новости культуры и спорта. А я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте, с вами Юлия Репина, и теперь о новостях культуры и спорта. Конец года – это время подвести итоги. Спортсмены секции бадминтона детско-юношеской спортивной школы рассказали нашему телеканалу о том, как у них прошел 2019 год. Подробности в нашем сюжете. По-настоящему плодотворным этот год стал для спортсменов Красноармейской школы бадминтона. Юноши одержали много побед во всероссийских и международных турнирах. Ну, в первую очередь, мне хотелось бы отметить, наверное, Егора Вельпа, для которого декабрь стал очень успешным. Он смог победить в городе Уфа на всероссийском юниорском турнире Кубок Республики Башкортостан. И совсем недавно вернулся из Анкары. Это столица Турции, где победил тоже в парном разряде со своим постоянным напарником Егором Борисовым с Ярославля. Этот турнир закрывал европейскую серию Гран-при.
И приятно, что вот победителем именно такого последнего турнира, в этом большом количестве турниров этого цикла, стал именно наш красноармейский спортсмен. Также мне хочется отметить наших ребят юных, Александра Пузырева и Антона Пчелинцева, которые недавно совсем в Санкт-Петербурге на первенстве России до 15 лет смогли завоевать второе место в составе сборной команды Московской области на первенстве России и смогли еще в личном первенстве завоевать третье место в парном разряде. К сожалению, их сегодня нет. Ребята сейчас проводят сборы в подмосковном Кратово, где с ними работают тренеры главной сборной России. Ну вот из совсем юных наших дарований мне бы хотелось, конечно, отметить ребят 2007 года рождения. Это вот Иван Кузин, Владислав Ней и Марина Пчелинцева, которые также хорошо очень выступили и в городе Орел на всероссийском турнире, и совсем недавно смогли стать призерами на всероссийском юношеском турнире в городе Орехово-Зуево в памяти заслуженного тренера России Юрия Ивановича Дорофеева. Среди самых интересных соревнований спортсмены отметили турнир российской серии Гран-при, который провел президент Федерации бадминтона Орловской области, российский космонавт-испытатель Александр Мисуркин. Мы надеемся, что мы с ним будем очень, очень плотно сотрудничать, потому что это наш, значит, Центральный федеральный округ, Орловская область, куда входит. Надеюсь, наши встречи будут регулярные. Успех этого года вдохновил ребят на новые победы, и они уже строят планы на будущее. Их главная цель – стать частью сборной России и играть на соревнованиях первенства мира и Европы. Всю последнюю неделю 2019 года в городе проходили праздничные елки для детей и новогодние вечера для взрослых. На одном из таких новогодних вечеров в клубе «Добрые встречи» побывала наша съемочная группа. Весь год по средам в городской библиотеке собирался клуб «Добрые встречи». Участники клуба обсуждали литературу, искусство, встречались с писателями. А в заключительный вечер 2019 года для клуба был организован праздничный концерт. Поздравить с наступающим Новым годом их пришел вокальный коллектив городского дворца культуры «Хор Ивушки». Наш замечательный коллектив библиотеки подготовил для нас мероприятие. Очень удивили нас, такой праздник представили нам сегодня. Коллектив «Ивушка» выступил с большим концертом. Спасибо большое! После новогодних праздников клуб «Добрые встречи» вновь начнет свою работу. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Телеканал «Диалог Красноармейск» поздравляет вас с Новым годом и желает успехов и удачи в новом 2020 году.